Ну вот еще раз. Сила ветра усиливается. Я думаю, что микрофон может поймать звук ветра. Я пытаюсь показать, как выглядит наш дом, дом соседей, забор. И вот так расширился канал. Он буквально подступает к соседскому каналу. Кто давно смотрит мои видео, уже знает, что это вовсе не канал. Это наша лужайка. Но в момент, когда идет сильный дождь, он заполняется водой. Дело в том, что в озере существует вот такая перегородка в виде холма. Вы видите сейчас, как ветер дует на пальму. И этот холм, он разделяет озеро от, как плотина, с нашей лужайкой. Когда сильный дождь, здесь накапливается очень много воды, дренирует в озеро. Но вот сейчас я показываю нашу палубу. Она настолько погрузилась в воду, что я думаю, что вода ее затопит. За сегодняшнюю ночь вода затопит эту палубу. Обычно она стоит на четырех ножках, и можно под нее даже пролезть. Но не сейчас. И вот столько воды прибыло сюда. Ну, я сейчас покажу, как расположен наш дом. Такая возвышенность. И в воде надо очень сильно подняться, чтобы добраться до дома. Ну, посмотрим. У нас тревожная ночь впереди.